рады вас вітати в нашому вільному університеті. І сьогодні у нас в гостях кандидат хімічних наук Марина Мурликіна. Ми вітаємо пані Марину, вона щойно захистилася, вона молодий кандидат наук. Я вам відкрию таємницю, ми дуже довго її чекали, поки вона захиститься. Ми запрошуємо її ще рік тому. І нарешті ми будемо говорити про мікрохвилі, але не просто про мікрохвилі, а як вони впливають на речовину. Тобто для нас дуже цікаво. Я, як завжди, зроблю вам коротенький анонс на лютий. У нас 1 лютого буде Володимир Рапопорт з розмовою про сучасну поточну українську економіку. 8 лютого ми зберемося і поговоримо про жінок в науці. Це буде круглий стіл, присвячений Дню жінки в науці. 15-го в нас не буде, а 22-го в нас Станіслав Щербак продовжує свій цикл лекцій про французьку революцію. Ну, такий коротенький анонс, я запрошую пані Марину. Доброго дня всім. З вашого дозволу я буду російською сьогодні. І, я хотіла б маленький сотопол сповісти. У нас в аудиторії, щоб познайомитися. Мене зовут Марина Мурликіна, я з Інститутом Анна Христова. Сьогодні вам розкажу на мікроволнах ультразвуки, як вони діляють, як вони використовуються в хімічних процесах. Вот. От у нас в аудиторії є хімічки, фізики, біологи. То есть, в принципе, аудитория поймет меня. Хорошо, тогда я буду больше, чуть-чуть сложнее говорить. Но, тем не менее, все объясняю. Хорошо, тогда давайте начнем. Итак, если говорить о микроволнах и ультразвуке, для химии это достаточно новое направление, тем не менее, в повседневности мы буквально обкутаны микроволнами. Да? Спутниковая связь, беспроводное средство информации, мобильная связь, радар, локаторы для обнаружения взрывных устройств. Это все микроволны. Также мы используем микроволны как в быту микроволновом приготовлении продуктов, так и при сушке, испекании, керамике, сушке строительных материалов и химической продукции, стерилизации медицинских инструментов и продуктов. Поэтому применение микроволн достаточно широко. Ультразвук используется как для общения животных и ориентации в пространстве, так и в промышленности. Это и ультразвуковые приборы для навигации судов и эхолокации, ультразвуковая дефектоскопия, резкая сварка. Ультразвук используется для чистки и диспергирования веществ, а также много другого есть использование его. Что же такое волны, да, и чем они отличаются от волн морских? Как мы все знаем, волны бывают продольными и поперечными. В чем разница? В случае продольных волн направление колебаний частиц среды совпадает с направлением распространения волны и к продольным волнам и образуются ультразвуковые волны. В случае поперечных волн направление колебаний частиц среды перпендикулярно направлению распространения волны. Вот микроволны относятся как раз к поперечным волнам. Итак, микроволны – это электромагнитные волны. Мы здесь видим, что в электромагнитной волне направление колебаний частиц среды происходит, ну, векторы магнитного и электрического поля находятся в трех взаимных перпендикулярных плоскостях. Это электромагнитных волн. Что касается микроволн. Микроволны – это электромагнитные волны от длиной от 1 мм до где-то порядка метра с частотами от 300 МГц до 300 ГГц. Микроволновое излучение не является ионизирующим излучением, поскольку его энергии не хватает для того, чтобы ионизировать вещество. И также оно не может существенно влиять на химические процессы внутри самих атомов и молекул, потому что его длинный волн также его длинный волн намного больше, чем внутриатомные и внутримолекулярные расстояния. Тем не менее, в чем же состоит эффект
микроволнового излучения и его взаимодействия с веществом. Во-первых, стоит заметить, что эффект будет наблюдаться в том случае для тех веществ, которые поглощают микроволновое излучение. Это вещества, которые состоят либо из полярных молекул, либо ионов. Полярные молекулы – это те молекулы, у которых есть центры отрицательных и положительных зарядов, то есть они обладают неким дипольным моментом. Ионы – это заряженные частицы, то есть атомы, которые потеряли или приобрели некоторое количество дополнительных электронов. Что происходит при прохождении микроволнового излучения через, например, полярную среду? Полярные молекулы ориентируются вдоль электрической составляющей магнитного поля, то есть начинают вращаться. При вращении происходит трение, трение это значит разогрев, ну и таким образом жидкость, мы сейчас говорим о жидкостях, она разогревается. То есть эффективность воздействия микроволнового излучения на вещество в случае полярных веществ это вот зависимость от дипольного момента, то есть молекулы. В случае ионов, если у нас в жидкости еще присутствуют ионы. Ионы тоже заряженные частицы, они, естественно, в электрическом поле осциллируют, колеблются, и таким образом точно так же возникает некое силовое трение, разогрев. Здесь эффективное взаимодействие с микроволновым излучением – это, собственно, функция концентрации, то есть количество ионов в нашей среде. Однако, согласно новейшим исследованиям, все-таки больший вклад в взаимодействие с микроволновым излучением вносят именно полярные молекулы, а не ионная составляющая, хотя она тоже играет роль. Итак, вот, например, здесь есть такой показатель, там есть диэлектрических, угла диэлектрических потерь. Определение достаточно сложное, но что нужно знать о его применении? Этот тангенс угла диэлектрических потерь показывает, собственно говоря, насколько эффективно тот или иной жидкость, растворитель, поглощает микроволновое излучение. То есть насколько эффективно в нем можно проводить химическую реакцию. Вот. И вот когда тангенс угла диэлектрических потерь достаточно высокий, это, естественно, полярные, многие полярные растворители распространенные, это и этиловый диметилсульфоксид известный растворитель, метанол, некоторые кислоты. Вот, они очень классно поглощают микроволновое излучение. У них реакцию проводить удобно, быстро и легко. Также в растворителях со средними значениями атомного угла диэлектрических потерь это распространенная уксусная кислота, все мы знаем, вода относится, да, также и другие растворители, в них тоже можно проводить реакции под действием микроволнового излучения. Растворители с низким атомным углом диэлектрических потерь это малополярные растворители, ацетон, дипольметан, толол, гексан. В них проведение микроволновых реакций затруднено, однако тоже в принципе возможно. Итак, в чем же суть действия микроволнового излучения и его преимущества? Если мы рассматриваем сначала обычный навес, да, за счет чего он происходит? Он проходит за счет теплопроводности. Жидкость нагревается, в ней возникают конденсационные потоки, они взаимодействуют друг с другом и происходит передача тепла. То есть выходит, что наша энергия от нагревания в первую очередь сначала расходуется, естественно, нагревание окружающей среды, как ни крути, потом на нагревание стенок сосудов, которые мы проводим реакцию, ну а потом уже в конце концов на нагревание самой смеси. То есть у нас получается градиент температуры. Температура вовне больше, чем температура внутри сосуда. То есть мы тратим энергию зря. Если мы рассматриваем микроволновый нагрев, как мы уже сказали, микроволновое излучение прямо взаимодействует либо с полярными молекулами, либо с ионами. Вот. А стенки сосуда прозрачны для микроволнового излучения. Поэтому этот нагрев прямой по всему объему, достаточно быстрый, и также быстро можно охладить систему при помощи разных конструкций, расскажу о них позже. Поэтому получается, что у нас действительно мы нагреваем быстро и легко само вещество внутри сосуда, а не сосуд. Это удобно. Что можно сказать о преимуществах? Первое, то, что уже было сказано, что это энергетически эффективный, прямой, быстрый, объемный нагрев за счет быстрой передачи энергии. Нет градиента температуры, что важно. И в микроволновом поле мы можем перегревать растворители выше температуры кипения, еще даже при атмосферном давлении. Например, вода, которая кипит
при атмосферном давлении. При атмосферном же давлении, например, при использовании тонового излучения может до 104 градусов повышаться температура кипения. Ну, например, этанол 79-103 еще больше перегрев. За счет чего? За счет того, что нагрев эффективный, да, нету никаких центров, на которых вот... А? Конденсации. Да. И поэтому распылители могут чуть-чуть перегреваться за счет того, что идет прямой нагрев. Также, если мы будем применять повышенное давление, а конструкция микроволновых печей позволяет это сделать, эффект автоклава так называемый, то мы можем перегревать распылители выше температуры кипения еще больше. Например, тот же этанол мы уже можем нагревать даже при 180 градусах, проводить реакцию. Почему это хорошо выгодно? Потому что, согласно химическому правилу Ван Гога, скорость реакции увеличивается с температурой. Это понятно, потому что при увеличении температуры молекулы частички движутся быстрее, они чаще и быстрее сталкиваются, соответственно, скорость реакции увеличивается. И вот здесь показано, что при повышении температуры на каждый 10 градусов скорость реакции в 2-4 раза увеличивается. Поэтому, если, например, при 80 градусах потом в том же распылителе 8 часов проходит реакция, то вот если температуру поднять до 160 градусов, то 2 минуты и наша реакция прошла. Вот здесь в табличке это хорошо показано. То есть мы уменьшаем время прохождения реакции. Что важно и что хорошо? Мы не только уменьшаем время прохождения реакции, естественно, энергетические затраты уменьшаем, мы еще увеличиваем выход реакции. За счет чего? За счет того, что за такое короткое время разные побочные реакции просто не успевают происходить. Также, если у нас есть в системе какой-нибудь катализатор, который является полярным, системы гетерогенные, да, то есть гетерогенная система это из нескольких фаз состоит, да, там твердая фаза, жидкая фаза, то этот катализатор может селективно разогреваться, и опять-таки реакция будет проходить еще быстрее. Вот здесь показано рисунки. Итак, вот просуммировав, можно сказать, что такие есть преимущества микроволнового нагрева. Для химии важно это повышение выходов, меньшее время реакции, возможно проводить быстрый скрининг реакционных условий, также возможно масштабировать синтез, то есть проводить реакции при больших объемах, что важно уже в промышленном производстве, например, лекарств. И вот на картинке также вы увидите разные конструкции микроволновых печей, которые могут быть. Также за счет чего, собственно, происходит контроль температуры? Когда мы проводим реакцию при обычном нагреве, естественно, сейчас позволяют технические возможности также контролировать температуру. Термометры различные, там, мешалки с контролируемой температурой. Однако все равно есть среда какая-то, которая влияет, есть градиент температуры, и температура не является точно измеренной. Настолько точно, насколько мы это можем сделать в микроволновых реакторах. В микроволновых реакторах контроль температуры самый точный, самый прецизионный, осуществляется за счет так называемых оптоволоконных датчиков, вот, либо с помощью экосенсора. Естественно, когда реакция проходит в микроволновом реакторе, также необходимо и механическое перемешивание, как для любой реакции. И мы видим здесь на графике, что при условии механического перемешивания температуры по всему объему сосуда находится примерно постоянно. Итак, вот к чему свелись так называемые термические эффекты микроволнового излучения. То есть его основное воздействие на химическую реакцию – это возможность проводить реакции при повышенной температуре, при которой увеличивается скорость реакции. Однако в научных трудах и ненаучных ведутся большое количество споров о том, есть ли микроволновое излучение не термические эффекты, а каким-то чудесным образом микроволновое излучение может влиять на реакцию. Ну, там, если мы уже говорим об этом, то многие люди тоже будут там бояться там, готовить что-то в микроволновых печах и так далее. Так вот, если говорить о науке, то группа Оливера Папа, это австрийская группа, австрийские ученые, которые занимаются микроволновыми синтезами, изучением микроволнового эффекта уже много лет,
Они провели достаточно большой скрининг различных публикаций, свои опыты ставили и доказали, что в принципе такого уж нетермического эффекта нет. То есть в тех случаях, когда люди заявляли, что он есть, это значит, что они просто в большинстве случаев не точно измеряли эту температуру. Например, они говорили, что там при обычном нагревании у нас проходит реакция так, а при микроволновом по-другому. Хотя условия, вот, они утверждали, что идентичны. Вот нет. Они непрецизионно измеряли, например, температуру, когда проводили реакцию обычным образом. Тем не менее, есть несколько эффектов, которые также могут влиять, кроме термических эффектов. Они в основном важны уже даже не в химических самих реакциях, а, например, при микроволновой сушке. Это то, что так как микроволновое излучение прямо воздействует на вещество, да, и взаимодействует с электронной плотностью, может изменяться предэкспоненциальный фактор уравнения Ригус. Я потом позже о нем расскажу, но дело в том, что этот фактор действительно влияет на частоту соударений наших молекул. То есть микроволновое излучение в некоторых случаях действительно может на это влиять. Мы рассмотрим это позже. Вот краткая такая схема, какие микроволновые реакторы, собственно, вот они бывают по своей сути. На самом деле есть два типа конструкционные. Это мономодовый реактор, то есть у нас есть одна микроволновая полость, которую мы можем за один раз провести один синтез. И многомодовый реактор, в котором можно проводить одновременно много синтезов. Собственно, вот основное различие в них и есть такое, что в многомодовом реакторе мы можем масштабировать синтезы, проводить несколько синтезов одновременно. Итак, вот основные преимущества действительно уже сконструированных прицельно микроволновых реакторов перед обычными микроволновками. Потому что вот были случаи еще у нас даже в институте и в Украине, когда первые вот такие первопроходцы хотели проводить микроволновые синтезы, и не было ни денег, ни возможности купить действительно вот специализированные реакторы, то ученые проводили синтезы в обычной микроволновке. Ну и вот, собственно, что получалось очень часто после этого, потому что в обычной микроволновке такого точного контроля температуры нету контроля давления, которое позволяет вот микроволновые реакторы осуществлять, нету системы быстрого охлаждения и так далее, поэтому часто это заканчивалось крахом. Ну и, собственно говоря, вот если химическую реакцию мы можем проводить под микроволновым излучением наркотиков и все остальное, микроволновки лучше не греть. Что касается ультразвука. Да, ультразвуки — это звуковые волны, продольные, в среде, с частотой от 20 кГц до 2 МГц. Санохимия, да, — это раздел химии, который, собственно, и изучает влияние ультразвука, чаще всего в области низких частот от 20 кГц до 100 кГц, на прохождение химических процессов. Расскажу об этом позже. Но, тем не менее, мы должны понимать, что процессы ультразвуковые, они могут проходить как в гомогенных следах, то есть там, где нет поверхности раздела фаз, так на границе раздела фаз, вот, и уже вовне так называемых кавитационных пузырьков. Для чего нужен и используется ультразвук? Это ультразвуковая атомизация жидкости, осаждение, кристаллизация, резко свапка ультразвуковая, измельчение, смешивание, контролируемая ультразвуковая кристаллизация и так далее, То есть, на самом деле, сфера применения широкая, но механизм действия базовый один. В чем он основан? Когда звуковые и ультразвуковые волны проходят через звукопроводящую среду, мы рассматриваем также жидкости сейчас, то звуковая волна проходит через серию циклов сжатия и разрежения. И когда у нас есть цикл разрежения, вот, то давление настолько низкое в среде, что разрываются связи между отдельными молекулами, происходят такие пустоты, и формируются вот так называемые кавитационные пузырьки. Вот. И эти пузырьки через несколько циклов, они вот так вот точно так же сжимаются, расширяются, растут, и в какой-то момент
слов. Что происходит при их скопывании? Внутри пузырька, по некоторым теориям, есть очень высокие температуры и давления, там порядка 5000 Кельвин, высокие очень давления. Поэтому при схлопывании пузырька высвобождается большое количество энергии. Если мы говорим о гомогенности, то есть ну, просто вот жидкость или другая жидкость, когда высвобождается большое количество энергии, эта энергия передается соседним молекулам жидкости, соседним, соседним и так далее, так далее. Молекулы жидкости, которые обладают высокой энергией, они, естественно, движутся быстрее. Да? Движутся они быстрее, значит, что они взаимодействуют друг с другом быстрее. Опять-таки, масса перенос увеличивается, и скорость реакции тоже увеличивается. Если вот показано здесь как раз схлопывание такого пузырька. Если мы говорим о системах, где есть поверхность раздела фаз, то есть твердое вещество и жидкость, то если пузырьки, вот эти вот гравитационные, схлопываются возле поверхности, опять-таки за счет большой энергии, которую они несут, эта твердая поверхность частично начинает разрушаться. Хорошо это для прохождения реакции, потому что, во-первых, если мы говорим о гетерогенном катализе, катализатором это твердое вещество, то его поверхность увеличивается, и, следовательно, эффективность действия увеличивается. Если мы говорим в целом о реагирующих частицах, то они измельчаются, чем меньше частицы, тем больше поверхность, тем опять-таки реакция происходит лучше, быстрее, сильнее, выше. Вот, кстати говоря, этот эффект также в химических реакциях он позитивно носит характер. А если мы говорим, например, о грибных винтах у судов, да, то это большая проблема, когда вот при вращении грибных винтов то же самое на самом деле происходит. Механические колебания, они генерируют вот эти гравитационные пузырьки, с большой энергией схлопываются, разрушаются лопасти. Это вот проблема в других областях. Вот. Какие факторы влияют на гравитацию? В первую очередь, конечно же, физические свойства растворителя. Это, во-первых, давление насыщенных паров. Чем оно меньше, тем лучше. То есть, чем менее летучий растворитель, другими словами. Потому что, если растворитель летучий, то вот в этих гравитационных пузырьках скапливаются пары растворителя, они схлопываются с меньшей силой, иногда даже могут в принципе не схлопываться. Ну и нет никакого эффекта. Также сила межмолекулярных взаимодействий. Чем она больше, тем лучше. То есть вот те растворители, в которых есть водородные связи, это классический пример вода, они лучше, у них порог кавитации намного ниже. Ниже порог кавитации имеется в виду, что меньшую мощность ультразвука нужно применить для того, чтобы вот начался этот процесс. Ниже, чем у тех растворителей, у которых таких сильных межмолекулярных взаимодействий нет. Ну и то же самое с поверхностным натяжением. Опять-таки вода – это хороший пример. Чем больше поверхность натяжения, тем ниже порог кавитации. Опять-таки связано с тем, чтобы пары жидкости не заполняли гравитационные пузырьки. Температура среды тоже связана. Чем она ниже, ну, до разумных пределов, естественно, чтобы реакция в принципе проходила, это еще была жидкость, а не уже твердое тело, лед или что-то еще. Вот. Чем ниже температура, тем ниже давление насыщенных паров, и опять-таки увеличивается эффективность гравитации. То есть вот, желательно, чтобы она была либо комнатная, либо чуть холоднее. Опять-таки, в зависимости от того, какая у нас реакция. И частота ультразвука. Частоту ультразвука сильно увеличивать тоже не стоит, есть определенный такой предел. Вот стандартные бани работают где-то 44,2 кГц, вот такая частота средняя. Потому что чем выше частота, система просто не успевает реагировать на вот эти вот очень частые колебания, то есть не успевают эти пузырьки не расти, не схлопываться, и эффекта никакого нет. Для этого мы могли бы повышать интенсивность, чтобы эффект был, но конструкционно это настолько сложно, что, собственно, и не нужно этого делать. То есть вот, оптимальные частоты вот, 40-80 до 100 кГц. Также тот же самый эффект, если у нас много растворенных газов, то у нас, с одной стороны, сформируется много гравитационных пузырьков, а с другой стороны, когда гравитации уж слишком много, то эффекта будет не так много, потому что она пузырьки не успевают расти, меньше энергии, или наоборот, их очень много, может быть, они не схлопываются, тоже никакого нет. То есть, перед, если мы хотим эффективно провести реакцию, то лучше нам жидкость провести дегазацию. Также внешнее давление играет роль по таким же
соображений. Мощность, то же самое. Если мы повышаем мощность, у нас очень много пузырьков образуется, эти пузырьки растут, они не успевают схлопываться, вот такая огромная буферная пузырька образуется, и никакого эффекта нет. То есть во всем надо знать, что здесь мера у нас. И частота системы. Чем у нас есть какие-то есть маленькие загрязнения, какие-то неоднородности в среды, они являются потенциальными центрами, на которых тоже могут образовываться квадрационные пузырьки. Двояко. Это хорошо и это плохо. Если будет слишком система загрязненная, то вот тот эффект, о котором я говорила. Если это умеренно, то я вот расскажу позже, что будет, если у нас такой случай будет. Ну, в целом, суммируя все, есть несколько теорий. Одна из воздействия ультразвука на вещество. Первая – это теория горячих точек хоспос, что вот в этих пузырьках компрессионных экстремально высокие давления и температуры. Иногда молекулы реагирующих веществ могут прямо в эти пузырьки попадать, и там тоже вот создается как мини-реактор, да, с такими повышенными температурами и давлениями. Либо же эти пузырьки схлопываются, опять-таки энергия высвобождается, передается реагирующим молекулам, увеличивает их скорость движения, скорость реакции. Ну и теория электрического разряда, что на поверхности пузырька формируется заряд и создается электрическое поле, которое тоже влияет на прохождение реакции. Суммируя, как влияет ультразвук? Масса переноса увеличивается, увеличивается скорость реакции. Локальные температуры давления увеличиваются, поэтому некоторые реакции, которые без ультразвука там должны проходить при высоких там температурах и давлениях, вот, технологически возможно проводить при помощи ультразвука при более низких температурах давления. И увеличение эффективности применения гетерогенных катализаторов, то есть тех катализаторов, которые как раз работают на границе раздела твердой фазы и жидкого вещества за счет того, что увеличивается площадь поверхности твердой фазы и эффективно идет излучение. Вот несколько картинок, какие бывают ультразвуковые установки. Много типов. Первый, самый распространенный, ультразвуковые бани, так называемые. Но действительно они широко доступны, легкие в инсталляции, недорогие. Вот. Но недостатки, что акустический сигнал ослабляется, когда он проходит вот через вот эти вот несколько поверхностей раздела. Да? То есть баня, потом жидкость сама, то есть вот наша клумба, она в воде, естественно, находится, да, и вот ослабляется уже, когда доходит через стенки колбы, до нашей реакционной среды ультразвуковой волна. И она является неоднородной. Ну и вот для меня недостаток то, что баня разогревается, потому что когда я провожу свою реакцию, вот я на 15 минут могу поставить, а дальше я прихожу уже. Вода теплая, как я сказала, при повышении температуры эффективность кавитации, эффективность ультразвука снижается, поэтому каждый раз нужно эту воду сливать, набирать новую, либо, допустим, лед класть туда, то есть вот недостаток такой есть. Вот. Поэтому вот есть второй тип, это ультразвуковой хорн. Он вот погружного типа, то есть он непосредственно погружается в реакционную среду. И с плюсом действительно то, что контакт непосредственный, поэтому снимаются сразу недостатки, которые связаны с различными, ну, с ослаблением ультразвука при прохождении через различные среды. Можно в хорнах варьировать частоту и мощность ультразвукового излучения, можно контролировать, там есть такие функции. Вот. Можно разные наконечники ставить для разных размеров колб использовать. Вот. Но среди недостатков, что все-таки мощность хорна повыше, и поэтому вот на кончике хорна, на вот этого зонда хорна, может, во-первых, происходить еще и разложение самолиз-растворителя, то есть распад его на радикалы, что, ну, нам, например, там, в некоторых случаях это не нужно. Иногда это нужно, если технология предполагает, но если там химических реакций, то растворитель лучше оставить растворителя. Вот. Также может происходить эрозия наконечника, и он будет загрязнять нашу среду. Ну и интенсивность ультразвука, вот самая высокая, естественно, вблизи наконечника. Вот. По всей вот реакционной среде уже она снижается, что тоже недостаток. Ой. Поэтому эти недостатки
наши электронные смеси в гравитационной среде. Здесь есть и охлаждающая установка, вот, которая помогает нам постоянно охлаждать систему и не сливать воду, не добавлять лед. Также в ней более-менее однородное ультразвуковое поле. Вот, система контроля температуры есть, хорошая установка, но, конечно, дороже, чем остальные типы. В этом ее относительно недостаток. Вот. Также реактор, как и микроволновый, кстати, может предполагаться быть проточным. То есть, что это значит, что реакция происходит в потоке. Мы не поставили одну колбочку, провели реакцию, допустим, там, с 10 мл распределителя, а постоянно идет поток жидкости. Это классно для масштабирования реакции уже в промышленных масштабах. Вот. Ну, вот такая конструкционная схема такого реактора приведена здесь. Ну, в принципе, очень просто. Тоже есть зонды, да, которые погружены в нашу смесь, вход-выход, реакционная смесь проходит, и вот здесь вот снизу еще проходит охлаждающая жидкость, которая позволяет поддерживать температуру на том уровне, который нам нужен. Вот еще разные фотографии различных ультразвуковых установок, которые были сконструированы. Профессор Кавонта Жан Карло, это один из таких корифеев ультразвуковой химии. Вот, он, им и его группой было сконструировано много современных ультразвуковых установок. Также можно комбинировать ультразвук и микроволновые реакторы двумя принципиально разными схемами. Ну, можно применять последовательно, но это не так интересно, можно одновременно применять. Вот ранее, в силу разных технических причин, одновременное применение было невозможно. Сейчас уже разработаны такие схемы, в основном почему? Потому что ультразвуковой хорн, который вот он на рисунке, должен погружаться в микроволновый реактор, он должен быть рядом параметров обладать. Например, он не может быть металлическим, потому что в микроволновом поле металла у нас может произойти взрыв и вообще же нехорошие вещи всякие. Вот. Поэтому, когда уже разработали разные материалы, из которых они могут быть сконструированы, это кварц, пирекс, вот пик, есть такой полимер, то вот стало возможным проводить одновременное микроволновое и ультразвуковое излучение реакции. Вот конструкции, представленные на рисунке. То есть это микроволновый реактор, это наша колба, и вот в нем непосредственно уже опущен ультразвуковой зонд. Итак, ну, что касается применения. Применение достаточно широкое, я вам расскажу только несколько вариантов. В основном все эти примеры, все эти разработки были с участием либо ученых из нашего института, либо в принципе украинских ученых. Вот. Но на этих примерах можно понять на пальцах, да, какого же действия ультразвука и микроволнового излучения. Вот, в частности, микроволновое излучение, да, оно широко используется для синтеза действующих веществ различных препаратов. Фармсубстанция – это действующее вещество каждого препарата. Вот, например, если мы говорим о никарамиле, это действующее вещество препаратов, которые за границей известны под разными названиями, но он является активатором калийных каналов, что там сердечное для сердца способствует улучшению сердечной работы. То в Украине украинских аналогов этого препарата пока не существует в продаже. Вот наши ученые разработали такой препарат флокалин. С помощью микроволнового излучения им удалось снизить время реакции. Если без микроволнового излучения реакция проходила там порядка 6-8 часов, то с использованием микроволнового излучения эта реакция проходит за 5 минут, что для промышленного производства этого лекарства очень даже хорошо, потому что чем больше время, тем больше энергетические затраты, это отражается на стоимости препарата, что для нас, конечно же, не очень хорошо, нам лучше, чтобы стоимость была ниже. Но пока вот, к сожалению, этот препарат так и не внедрён в продажу, сколько я знаю. Дальше микроволновая сушка фармсубстанции. То есть вот мы синтезировали какую-то фармсубстанцию, которая в будущем будет лекарством. Ее мало быстро синтезировать, ее надо, конечно же, очистить, это понятно, а дальше высушить.
высушить от излишка воды влаги. И причем, естественно, как мы там сушим носки на батарее или что-то еще, не годится, потому что многие фан-субстанции — это вещества, которые не очень любят повышенные температуры. И какие-то очень агрессивные воздействия. То есть высушить надо при максимально низких температурах, максимально быстро и эффективно. Что это значит? Что значит высушить? Высушить – это значит удалить влагу, да, молекулы воды, как с поверхности вещества, так и изнутри, всего, по всему объему нашей фан-субстанции. И вот, как видно на слайде, если мы применяем обычный нагрев, то сушка занимает большое количество времени. Сначала нужно прогреть саму систему, что уже 1,5-2 часа занимает. Далее вот этап называется постоянной скоростью сушки, это когда удаляется внешняя влага с поверхности. Он занимает 2-3 часа, а вот уже когда влага изнутри удаляется, не так легко удалить. Это уже 65-66 часов, долговато. Если мы используем микроволновый нагрев для этого, то время каждой стадии мы можем сократить очень существенно. То есть прогрев 5 минут, постоянная скорость, то есть удаление влаги с поверхности 20-25 минут, и удаление влаги изнутри 7-8 часов. Это очень хорошо. Почему это происходит? Сначала объясню сложное, потом покажу про классную картинку. Это первый этап, за счет чего происходит удаление молекул с поверхности вещества. Когда у нас есть обычный нагрев, да, мы, во-первых, знаем, что концентрация молекул воды, она, естественно, увеличена, увеличена при прохождении с поверхности к объему, потому что с поверхности молекулы воды уходят быстро, а в объеме они задерживаются. Поэтому градиент концентрации направлен в сторону объема вещества, да, там больше молекул воды. С температурой, градиентом температуры обратный эффект, потому что, как вы говорили, обычный нагрев, он сначала тепло передается стенкам сосуда окружающей среды, а уж потом только прогревается внутренняя часть вещества. Поэтому, вот, скажем так, градиенты температуры и концентрации разнонаправленно. Это осложняет переход молекул как с поверхности, так и из объема и выход их, испарение молекул воды. Когда мы говорим о микроволновом нагреве, то градиент концентрации точно так же направлен, естественно, внутрь объема вещества, а вот и градиент температуры также. Почему? Потому что микроволновое излучение нам позволяет селективно разогревать само вещество, ни сосуд, ни среду. И мало того, так как молекулы воды являются полярными, а многие, например, там, химические наши вещества, то есть наши лекарства, может быть, не такими полярными, то селективный нагрев, селективное влияние происходит именно на молекулы воды, и им легче выйти с поверхности. Ну, вот если показывать это такой картинкой, вот сейчас так и будет. Вот молекулы воды, они улетели. Вот это был случай обычного нагрева, это случай микроволнового нагрева. Молекулы воды ориентируются вдоль составляющей электрическое поле, и вот так вот стройными рядами улетают. А здесь вот они не стройными рядами, потому что обычный нагрев, им сложно пробираться сквозь молекулы вещества. Теперь, когда мы говорим об удалении влаги все-таки из более внутренних слоев, ну там вот так на пальцах объяснить сложно. Есть такие умные фразы. Суть в чем состоит? Я говорила вот это в предэкспоненциальном факторе уравнения Ариниуса. Что такое уравнение Ариниуса? Как я говорила, уравнение Ариниуса, оно нам позволяет описать зависимость скорости реакции, константной скорости, ну здесь о диффузии речь, в принципе, синонимы, да, от температуры, от энергии активации реакции, то есть той энергии, которую необходимо сообщить реагирующим молекулам, чтобы реакция наконец-то прошла. Вот. И вот в этом уравнении вот этот D – это предэкспоненциальный фактор. Он для каждой реакции свой. Он описывает эффективность столкновения молекул. И вот когда мы используем микроволновое излучение, вращение молекул в переменном электрическом поле, оно происходит, да, увеличивается эффективный радиус молекул, потому что они вращаются быстро, и вот получается, что они занимают большую
не объем, но вокруг себя большее пространство, да? И опять-таки, естественно, за счет этого вероятность того, что они друг с другом столкнутся, увеличивается. Вот. И поэтому вот это D, этот фактор, он тоже увеличивается. Естественно, скорость реакции, скорость процесса увеличивается. То есть молекулы легче диффундируют, то есть проходят сквозь слой вещества к поверхности. Ну и второе, то, что накопление энергии в микроволновом поле происходит преимущественно в одной степени свободы, ну, можно так, с натяжкой в одном направлении, да, вот вдоль электрической составляющей. И поэтому также молекулы воды, они ориентируются вдоль определенного направления, и им легче пробраться сквозь слой вещества и выйти на поверхность. Ну и вот здесь на рисунке представлены конструкции промышленных установок, которые были разработаны учеными из нашего института нанокристаллов. Эти установки для микроволновой вакуумной сушки, они уже установлены и давно работают на таких заводах, как Харьковский завод химиоактивов, Интерхим в Одессе, но, по-моему, закрылся, но есть еще то, что радует, это Siemens Medical Solutions in Chicago. Вот, то есть, такие установки. Ну и последнее, это микронизация, да? Может быть, вы задумывались, сравнивали, ну, цены тут, конечно, указывали, не с нынешним курсом евро, я думаю, что уже дороже стоит байеровский аспирин, но, тем не менее, вот байеровский аспирин намного дороже, чем аспирин наш. Почему? Да потому что, чтобы вот его произвести, нужно больше затратить силы действия. Почему? Он эффективнее. Его эффективнее почему? Потому что мало вещество синтезировать, мало его очистить, мало его высушить. Его надо перевести в ту лекарственную форму, которая очень эффективно и быстро будет действовать. В случае твердых лекарственных форм, таблеток, суспензий и так далее, играет роль их размера. И не просто там они должны быть меньше или больше, но для каждого препарата вот определенный должен быть размер частичек этих. Вот. И для этого нужны эффективные способы для того, чтобы измельчить факт субстанцию. Вот. Ну и прошлый век это механическое измельчение, вот. Сейчас используются другие способы. Эти способы, например, это метод контролируемой кристаллизации. В чем он состоит? Сначала мы растворяем наше вещество, вот, и производим концентрированное растворы. То есть стараемся растворить в растворителе как можно больше вещества. До какого-то предела это все происходит. Дальше уже наступает тот момент при какой-то температуре, когда мы растворяем, уже вещество перестает растворяться. Да? Но еще не выпадает. Это называется насыщенным раствором. То есть в насыщенном растворе содержится уже вот такое количество вещества, которое на пределе его растворимости. Это система равновесия. Если мы далее будем повышать температуру постепенно и, получается, выпаривать растворитель, то мы сможем в нашем растворе получить еще больше вещества, то есть сделать его пересыщенным. Пересыщенный раствор. Это раствор, в котором вещество растворенного содержится намного больше, чем насыщенном. Эта система очень нестабильная, любое какое-то воздействие, перепад температуры, там, ткнули палочкой или даже просто там вот что-то подышали, и вещество обратно выпадает. Вот. И нужно, чтобы оно выпало правильно, чтобы вот частички были тех размеров, которые нам нужны. Вот как же нужно поступать в этом случае. Давайте сразу посмотрим на рисунок. Вот если есть промышленный образец, когда раствор нагревают обычным способом и охлаждают также обычным способом, то частицы осаждаются вот в большом интервале размеров, там 60 микрометров, 100, 140, то есть разброс по размерам большой, нам это не нужно. Вот для здесь пример для кокарбоксилаза, так вот для кокарбоксилаза должны быть размеры частиц от 1 до 5 микрометров. Самые вот эффективные размеры, которые вот классно действуют и классно эффект теоретически дают. Если мы с помощью микроволнового излучения нагреваем наши растворы, а потом мы охлаждаем обычным способом, вот, то размер уже частиц в лучшем интервале. Вот 0,2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, но тоже еще далеко от идеала. Если мы
используем обычный нагрев, но используем ультразвук при охлаждении, но частички, уже большее количество частичек, вот 2402 микрометра размера. Что еще? Ну, если мы комбинируем микроволновый нагрев для растворения вещества и ультразвуковое излучение, чтобы его осадить, то у нас вообще классно. Выходит, у нас частицы в интервале размера от 0 до 2 до 4 микрометров. Ну и причем мы видим, что 0,2 микрометра больше всего этих частичек, почти 90%. Итак, в чем же состоит суть? Почему? Как это все действует? Сначала нам нужно, для того, чтобы получить пересыщенный раствор, нам нужно, во-первых, как можно больше вещества попытаться растворить в растворителе, это раз, а во-вторых, как можно аккуратнее это сделать для того, чтобы это вещество не выпало тогда, когда нам этого пока не нужно. То есть нам нужно нагревать аккуратно, растворять аккуратно. В этом случае микроволновое излучение как раз помогает, потому что, как мы говорили, оно селективно разогревает само вещество. В случае микроволнового нагрева нет вот этих вот конвекционных потоков, нету разницы в температурах, то есть нету всех тех факторов, которые могут повлиять на спонтанное выпадение вещества. Вот то же самое, кстати говоря, вот с перегретым чаем, микроволновым, тоже так классно разогревает, что вот мы достаем чай, и кажется, что вот он еще не нагрелся, а потом берешь его пьешь, а он вскипает, ну, я один раз так обожилась. Да? Вот. Хорошо, нагрелено. Вот. Теперь нам нужно охладить. Нам нужно охладить так наш раствор, чтобы у нас, как мы хотим, выпало очень много-много-много мелких частичек и мелких. Нужно понимать механизм, как происходит кристаллизация. Кристаллизация происходит на так называемых центрах кристаллизации. Центрами кристаллизации, как я говорила, могут быть мельчайшие неоднородности в жидкости. Это какие-то частички, пылинки, это царапинки на стенках сосуда, это разница в температурах, это наше механическое воздействие на систему. Вот. Поэтому когда у нас происходит кристаллизация, у нас есть два варианта. У нас может получиться осадок мелкокристаллический и крупнокристаллический. Нам нужен сейчас мелкокристаллический. И вот какой из осадков получится, зависит от количества этих центров кристаллизации и от того, насколько быстро кристаллы растут на каждом из центров. То есть количество и скорость роста. Чем больше у нас центров кристаллизации, да, тем и чем ниже скорость роста кристалла, тем у нас больше мелких кристаллов получается. А если у нас мало центров кристаллизации, вот, то естественно, что кристаллы будут расти, расти вот на этих центрах и будут большие, нам это не нужно. И вот в этом нам помогает как раз ультразвук. Если микроволновое излучение нам позволило растворить очень много вещества, то есть очень много вещества означает очень много центров кристаллизации. Теперь нам нужно это поддерживать. Для чего? Как? Во-первых, нам нужно быстро охладить, то есть чтобы это произошло быстро. Если будет медленно, кристаллы будут расти, нам надо сразу быстро. Ультразвук помогает быстрому охлаждению, быстрому, вернее, не охлаждению, быстрому выпадению. Почему? Потому что при прохождении ультразвука через среду вот, возникает кавитация, возникают эти кавитационные пузырьки, это возмущение в среде. Этих пузырьков очень много, вокруг этих пузырьков вот эти вот наши частички начинают расти, но это все происходит очень быстро, и поэтому кристаллы не успевают вырасти большими. То есть вот, получается мелкокристаллический осадок. То, что мы хотели. Вот. Ну, в каждом случае для каждого вещества, естественно, свои нужно подбирать определенные параметры. Ну, вот, собственно, все из тех примеров, которые я хотела сегодня привести. Спасибо вам за внимание. Производстве мелких, мелкодисперсных кристаллов. Там же выпадение
внутренняя фасада, собственно, скапливание внизу, оно не только скоростью роста кристалла определяется, но и тем, уравновешивается ли сила тяжести для этих кристаллов, сила Архимеда. Для очень малых мелких кристаллов сила Архимеда все еще будет достаточно сильной по сравнению с силой тяжести, чтобы они фактически, хоть они мелкие образовались, они все равно будут плавать вот, собственно, в самом растворе. Да, насколько я поняла ваше утверждение или вопрос, это так. И я немножко не понимаю, но в чем, собственно, вопрос? Ну, вопрос, собственно, в том, эффективно ли при этом оно выпадает в осадок, собственно, образование вот этого осадка эффективно все равно наблюдается, или нужно еще ждать определенное время, пока этот осадок осядет? Да, не знаю, на самом деле, сначала война нужно переформулировать. Растут ли они после того момента, когда, ну, допустим, нам нужны маленькие частицы, вот, а нам, если этого не нужно? Как мы боремся с силой Архимеда? Ну, как вот образовали, да, кристаллы, нужно быстро эту суспензию пока еще, да, взвесить, то есть они еще не успели взвесить. Ну, нужно отделить, да, отфильтровать. Вот. Если мы, конечно, ставим ее там на год, грубо говоря, бросим, то кристаллы имеют тенденцию к агрегации. То есть, конечно же, опять-таки, то есть это все нужно, естественно, быстро отделить. То есть после этого еще идет фаза фильтрации какой-то, да? Ну, наверное, я вот именно с технологическим процессом, конечно, в деталях не знакома, но если бы я бы проводила это у себя по цели, то если я хочу получить мелкий кристаллический осадок, конечно, я его сразу отфильтровываю, а не оставляю там несколько дней. А наоборот, если, допустим, я хочу вырастить классные кристаллы, ну, для химиков это важно для анализа, рентгеноструктурный анализ есть, это способ, который, анализ, который позволяет нам точную структуру вещества определить. Там нужны, скажем так, классные большие кристаллы, причем еще и монокристалличные, то есть которые обладают повторяемостью свойств во всех направлениях. Вот там вот как раз нужно выдерживать долго и стараться, чтобы эти кристаллы выросли. Вот этот вот мелкокристаллический осадок, он не нужен. Вот поэтому вот, тот способ как раз ближе вот, добить этот ситуацию. Да. Еще вопросы есть? Да. Если быстренько, тогда вот пока этот слайд, каким методом вы подсчитываете частицы и их размер? Ну, частицы и размеры, наверное, там есть методы какие-то, возможно, лазерная дефракция, насколько я знаю, этот метод. Больше говорить не буду, потому что это пример технологический, возможно, есть в зависимости от того, какая система, есть разные методы. Вот, думаю, что вот этим способом. Это основное такое, которое из общих соображений приходит в голову. Да. Может быть, есть еще какие-то? Тут вот, только что вы назвали, вы можете сказать, что это Россия, ну, возможно, да, да. Тут уже... Это вопрос от моего мужа. На самом деле это просто давно еще обсуждали, почему тарелка с супом наливается намного дольше, чем тарелка, например, там, гречневой каши. Дольше, чем с гречневой кашей. Или с карбовой кашей. Ну, я не пробовала, все зависит, что ты одинаково. Ну, ты же что тарелка еще одинаковая. Это тоже правильно. И второй вопрос, опять же, почему стеклянная тарелка не нагревается, как бы мы уже поняли, а почему керамика нагревается? Что там, какие там молекулы нагреваются? Про керамику я тоже. А керамика, мне кажется, она не столько нагревает, она просто, по-моему, больше тепло. А вот от системы керамика тоже, по-моему, я не знаю, керамическая. Ну, по крайней мере, он керамически горячий. А чашки, горшки, а стекло нет. Простите меня, я не физик, но мне почему-то кажется, что все-таки ну, вот стекло оно просто прозрачно, да, а керамика, мне кажется, она просто, надо посмотреть, но, по-моему, она больше просто теплолегкостью обладает, что она, ну, я не уверена в этом. Скажите, да, ну, во-первых, по поводу каши и супа, мне кажется, тут секрет в том, что в теплоемкости веществ, которые там есть, что все-таки суп это практически полностью вода, вещество с очень высокой теплоемкостью, а вот каша это все-таки органика, у которых я не уверен, но возможно у них больше. Вообще-то мне казалось, что кашу дольше.
а сука больше. То есть, возможно, теплоемкость воды, потому что нужно по весу измерить. Нет, на самом деле вода как раз должна быстрее наливаться, чем органика. В том-то и дело. Ну, суп. Но хотя, опять-таки, суп, он на жиры, там есть не только вода, там есть еще и жиры. То есть, вот на самом деле, настолько сложная система, что тогда нужно отдельное исследование проводить. Почему так? Да. Ну а что касается нагрева керамики, то тут очень много вариантов. Ну, первое, что приходит в голову, что если это не глазурованная керамика, то она, у керамики все-таки есть пористость. Если у нее есть пористость, то внутри может быть вода, и поэтому вот вода внутри керамики может нагреваться. Происходит ли, как это можно объяснить с глазурованной посудой, честно сказать, не знаю, тут уже, ну... Даже давайте вот по поводу теплоемки. Вы держите стеклянную чашку с чаем, я вот держу вот такую, но вот горячее будет, да, стеклянная, она практически холодная, да, когда чай горячий. Если я держу керамическую чашку, ну, горячо, то есть вот даже, вот, то есть, даже с этим соотношением. По-моему, нет, тепло лучше проводит. По-моему, у него теплопроводность, это, конечно, надо смотреть в таблицах, но, по-моему, тепло хорошая теплопроводность. Есть замечание? Да, нет, замечание. Это теория, согласно которой при скопывании пузырька образуются такие большие давления. Они, почему они образуются, такие давления большие? Ну, там имеется в виду, что скопывание в энергии большая высвобождается. Вот, а давление внутри системы, а почему? Кто знает, наверное, это все физика тоже связана, потому что сначала оно огромное отрицательное возникло, вот, наверное, потом точно так же огромное положение. А какое оно может быть огромное отрицательное, если оно, если это вакуум? Разреженное. Там, во-первых, за счет кривизны это надо вспоминать, потому что если давление пузырька идут кривизной, вот, а во-вторых, там может быть, ну, за счет его размера, за счет скорости. За счет изменения просто вот этого. Ну тут тоже я забыла, но это не разбиралась на него в книге. Физика, да, Леша, вы не простите. Ну, начнем с того, что тепла очень плохая теплопроводность. И это подтверждение, когда вы наливаете кипяток в банку или еще что-то, она очень часто может лопнуть, если туда не положить металлическую ложку. А следующий это уже вопрос, а какое будущее этих методик вы видите? И что вы планируете в будущем делать? А каких именно методик? Создание частиц, взять микроволны, звуковые, микроволны, микроволны. Ну, это вопрос можно в две части разделить. Во-первых, у них даже не то, что будущее, но и прошлое есть, потому что тот звук, что микроволны в целом уже в промышленности используются очень давно, это как раз в химических реакциях, вот они где-то в 2000-х годах начали использоваться. Вот. Ну, какое будущее? Ну, там настоящая реакция происходит быстрее и лучше, да, то есть как бы нам многое нужно, нам нужно быстро и хорошо. Если говорить о конкретно вот этих примерах, ну, вот такое будущее, что если вот эти все разработки, которые, на самом деле, в мире уже давно это используются, будут у нас, да, наконец-то внедрены какие-то технологии, то у нас наше благосостояние таким тем или иным способом повысится, у нас фармацевтическая промышленность начнет работать. В принципе, новые технологии, да, нужно обновить. То есть, вот, собственно, такое будущее. Но пока наша промышленность не очень использует. Ну, а у нас много есть, например, препаратов, вы знаете, которые были с нуля созданы. Они являются так называемыми дженериками, да, то есть это те препараты, которые у них срок патентной защиты за рубежом, ну, разработанные истек, да, их там чуть-чуть можно модифицировать, поменять форму и использовать. То есть, вот, собственно, а наши фармацевтические. Я просто реплику тут скажу. Это проблема не столько наших ученых, сколько нашего законодательства. И самое главное, у нас. Да. Мне просто интересно, я хочу понять, насколько, то есть это сейчас ваши разработки в институте или это уже технологии, которые применяются у нас прямо? Ну вот смотрите, вот это я вам показывала.
Вот это вот уже наши разработки, которые вот уже на трех заводах, которые работают. Да, это микроволновая сушка вот, на Химреактиве, Siemens Medical Solutions, то есть означает, что не только даже в Украине, но там и таким закрытием. Вот. Ну вот, больше тоже, что надо еще произвести, надо, чтобы кто-то затекал, чтобы ее купить. Вот. Но на самом деле, ну, то есть, ноу-хау какого-то, вот, потому что ну, я уверена, что на Западе, на их заводах, естественно, тоже аналогичные какие-то установки есть. Просто вопрос в том, нам ведь лучше дешевле свои делать какие-то, да, и улучшать свои, модифицировать, разрабатывать, чем покупать за рубежа. За рубежа тоже особо никто не покупает, потому что зачем покупать эти установки, когда можно купить уже готовые это лекарства, там, и перепродать и так далее. Вот, собственно, так вот, что с лекарствами тут проблема у нас не в химиках, а проблема в клинических исследованиях. Да, у нас, кстати, я рекомендую, у нас в гостях были ученые.